Друзья, добрый вечер. Меня зовут Галина. Моя дача в Подмосковье, в Истринском районе, город Дедовск. Вот уже у нас достаточно поздно. Комары меня уже загрызли. Я делаю обрезку метельчатой гортензии для того, чтобы немножечко разрядить кустик, и чтобы у меня был материал для черенкования. Вот смотрите, это кустик жемчужины фестиваля. Сейчас я встану, вам покажу. Это вообще поздний цветущий сорт. Но посмотрите, он уже завязывает соцветия. Вот, смотрите, завязывает соцветия. И только лишь потому, что я сделала весной высокую обрезку. Я когда делала, еще вам сказала, что надо делать высокую обрезку. Сделала такие длинные ножки, обрезала. Хотя у нас, знаете, были в начале мая заморозки. Вот видите, как я обрезала. И вот здесь были маленькие побеги, все замерзло. И немножко ниже проснулись почки, и оттуда пошли побеги. Сейчас вот эти вот сухие, одревесневшие побеги я буду срезать. Потом буду вырезать. Вот смотрите, например, вот я обрезала рано весной вот так побег одревесневший. Здесь проснулась почечка. Ну, видимо, она тоже подмерзла в заморозок. Вторая, которая у нас был в начале мая, вторая почка вообще отмерзла. А вот чуть ниже потом уже проснулись тоже две почки и дали уже более крупные сильные побеги. Видите, вот я вот этот побег, который потоньше, я его буду сейчас обрезать. Вот так, раз, обрезала. Оставлю более, так я сейчас подрежу, оставлю более толстые побеги. Ну и пройду, вот практически каждый побег просмотрю. Смотрите, это я здесь держала, чтобы не мешало. Вот какой толстый побег, да. Потом, вот смотрите, если ниже заглянем, вот вообще тонюсенькие лезут побеги. Они нам вообще не нужны. Их тоже можно вот так взять, обрезать. Раз, обрезать. Вот здесь какая-то тонюська тоже, смотрите, лезет. Вот это все мы обрезаем. Вот это все обрезаем. Ну и вот так можно пройтись по периметру кустика. Здесь вот что-то, мелочь какая-то вообще вот такая, которая не нужна. Вот. Вот маленький, тоже слабенький побег. Надо посмотреть, откуда он идет, тоже его убрать. Сейчас вот я все подчищу и вам покажу результат. Друзья, ну вот такой кустик у меня получился. Вот столько веточек я обрезала. Может быть, кто-то скажет, что жиденько получилось. Но я считаю, что кустик сейчас хороший. Все здесь видно, продувается, будет достаточно соцветий, они такие красивые. Сорт гортензии жемчужины фестиваля, такой своеобразный сорт, не все его любят, но мне он очень нравится. На моем участке он почему-то цветет ярко-желтыми соцветиями, ну, какой-то период, потом уже там дальше цвет немножко меняется. Обычно я так и делаю нормировку побегов, не для того, чтобы у меня было много материалы для черенкования, я здесь половину выброшу, ну а для того, чтобы создать красивый каркас куста. Лишние веточки обрезала, всю мелочь. Ну, в общем, вот такой кустик получился. Все срезы замазала вот таким лаком-бальзамом. Искусственная кора, очень удобно. Спасибо всем за внимание, всего доброго и до встречи.